Как зрительские ребятишки, с вами снова Виноград, и у нас много чего произошло. Во-первых, я дорисовала свой ностальгичный, так сказать, скин. И нарисовала я его не в обычном виде, а взял просто свой старый скин без теней и просто добавил небольшие тени. Но при этом эти тени вообще, так сказать, там ничего не, особо не перекрывает. И яркость скина, как раньше, до сих пор осталась, да. Сейчас я буду ходить с летним скином, ну помните, там голубая такая футболочка с уточкой. Ну, кто помнит, тот помнит. Вот. Короче, особо тенями я решила особо ничего не перекрывать, чтобы вот эту яркость скина оставить, позитивность, вот это вот все. Мне Матвей сейчас написал, как только запустил сервер, и хотелось, ну, MindStory, как только захотел записать там видео, Матвей мне написал, что там вообще пипец, там это, заражение майнкрафтовское просто все захватило у нас на сервере. Там, он сказал, там из окон у него вода льется, вообще капец, ну, вот это токсичное, вот это вот странное. Ну, вода пустоты, или как там она правильно называется. Так что, сейчас мы будем с вами, ребята, все это дело смотреть. Так, сервер еще не запущен, не торопи. Нет, еще нельзя еще заходить. Так, так, когда-то у нас сервер запущен. А, ну он почти запустился. Капец, я сразу же, короче, решил начать запись тогда. Я ему сказал, ты же, надеюсь, ничего там не убрал? Типа, ну я хочу тогда это записать, раз там капец такой. Я не знаю, он сказал, что там вообще полный трындец, вообще ничего не осталось от города, деревни. Ну это я уже перебарщиваю, там что-то-то осталось. Блин, ребята, мне страшно, если там вообще... А если мои ламы умерли? А если мои ламы сдохли? Нет, то подождите, ну, надеюсь, с ламами же все хорошо, да? С ламами все в порядке, да, будет. Все хорошо, все без проблем, да? Да уж, так, все сейчас долго будет запускаться. Надеюсь, я в этой серии много раз не буду, да, уж говорить. Ладно, я, короче, включу сейчас, поставлю запись на паузу и включу, когда сервер уже запустится. Тут чуть-чуть осталось. Что, ребята, сервер запущен, и я захожу. Не страшно. Так, вот мой скин обновленный, как видите. Тут, если видите, если присмотреться, небольшие такие тени я добавила. Так особо яркость скина я решил не убирать. Где-то, видите, однотонность даже оставил. Видите, на руках тут везде тени есть, просто они слабенькие такие. Я специально так сделал. Вот. Поэтому скин хотя бы теперь не нубский. Матвей. Тут просто все заросло. Матвей, я тут. Я записываю ролик, поэтому все попроси, заросло. Чтобы тут это выключи. Офигеть. Капец. Выключи микро, я видос записываю. У тебя братик орёт. Я тебе не слышу почему-то. Ладно. Выключи микро. Чтобы у нее там братик не орал. Так. У меня включено микро. У меня все включено. Так. Господи! Как меня бесит такие моменты? Выключи его! Оф! Оф! Да блин! Оф! Выруби! Капец! Выруби микро! Все, так. Надеюсь, разобрались. Ладно, пофиг, короче. Это что? Что за на... Нет, дришечки, моишечки. Это что такое? Еще у меня микрофон сломался, я не знаю, что с ним делать, подождите. О, все, починил микро. Так, скажи, что... Скажи, что... Я тебя слышал сейчас. А, да. Ты меня слышишь? Нет, короче, так. Пофиг, ладно, сейчас это не важно. Студия! Ребят, я хотел снимать трусики шоу здесь, возвращение, а тут... Японские!
Оксана, это уже ненормально. Ребят, ну это честно, это уже вообще не смешно. Ядрить, колотить. Это такой пи... Тому из Матвейного этого полуотеля, полуресторана вообще все течет реально из окна, как он писал мне. Это пипец. Тут это капец. Блин, так сделай так, чтобы он меня слышал. Так, ты меня слышишь? А вот так я... Блин! Почему это микро не работает? Почему? Мне просто интересно. Это... А, я понял. А нет, не понял. А теперь слышно? Все, слышно. Очень отлично. Хорошо слышно. Все. Это что такое? Так, если что, запись начала, поэтому поприветствуйся с ребятками. Всем хай-ухай. У нас тут это проблемка. Ты что, Ивангай? Небольшая. Хай-ухай, а не Ивангай. Я, кстати, дорисовал скин наконец. Правда, только я его не вижу, потому что я не знаю, ты Алекс у меня. Господи, тут все заросло. Ужас! Ай. Это полнейший кабздец! Стой! Матвей, стой! Смотри! О, свинки живы? Живы. Матвей, посмотри, свинки что... живы. Там башка какая-то висит. Это бутылка, что? Там башка... О, я хочу ее добыть. Так, подожди. Нет, это моя башка, потому что она находится прямо в моей студии. Значит, эта башка будет моей. Я ее заберу себе. Так, надеюсь, сейчас все будет хорошо. Я просто добуду эту бошку. Еще чуть-чуть. Пам. Вот и славно. Башка моя. Теперь отличненько. Если что, я смогу ее... Хотя нет, оставлю как трофей. Матвей! Матвей! Блин, меня не слышно с этой. Матвей, это, короче, полнейший пипец. Надо с этим тупым заражением что-то делать. Это уже ненормально. Чё потом, вся деревня превратится в это? Ой, что это, кстати, вообще такое? А, это не одевается на бушку, ну ладно. Такс. Ладно, сейчас я, ребята, включу запись, когда вот очищу вот это вот все от студии тут, а то у меня тут капец. Все, пока остановлю. Так, ребята, срочное включение. Короче, там эти эндлинги. Если вы не знали, то, короче, такой есть моб в Minecraft Dungeons. Они очень жесткие. Это что-то типа таких зараженных, что ли, этих эндерменов. Это пипец, честно. У меня нету еды, а мне нужно убегать от этих тварей. Нет, я могу их убивать, в принципе, но это капец. Матвей! Матвей, ты где? Это, кстати... О, тут даже все разломано. Капец. Так, Матвей! Пожалуйста, Матвей, ну где ты? Блин. Ни одному тут страшно ходить. Так. Матвей! Матвей! Это пипец, там эндлинги огромная, прямо стая такая ходит. Да. Вон, смотри, в окне! Раз, два. Их там двое вроде бы. Нет, там еще было где-то штуки пять всего, я видел. Ё-моё. Слушай, так, я бегу брать поесть, и нам нужно что-то с этим делать. У меня по мини-мапу просто все розовое, фиолетовое. Да куда? Жесть. Так, ламы на месте? Ах ты, крип, зомби. Ой, паук. Так, ламы на месте, слава богу. Ламы — это святое. Это капец, ребята. С этим явно нужно что-то делать. Это уже ненормально, ну честно. Такс. Так, мне безумно сейчас страшно, честно. Я не знаю, что мне делать. Я за своих лам боюсь, я сейчас за сервер вообще боюсь. Что происходит? Что это за дичь такая? Пипец, мне страшно. Мне очень страшно. У меня мурашки по телу пошли. И от того, что мне холодно, и от того, что мне пипец как страшно. Это ужас. Честно, я не понимаю, вот что это за дичь такая происходит. Ладно. Да собаки, зачем моих лам убивать, тупые? Нафиг! Хватит трогать моих лам, тупые скелеты! Нафиг! Убивайте! Кого плюетесь?
Ядрить, крипер! Так, так, ребята, все очень плохо. Все капец. Так, сейчас буду разбираться. Так, 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 так. Ладно, я остановлю запись, когда все более-менее наладится. А то тут и ламы в кого-то буляются, и криперы стоят. Все, ребята, вроде бы все более-менее наладилось. Так. Слушай. Андрей. Капец. Слушай, Матвей, с этим надо что-то делать. Тут полнейшая анархия начинается. У меня из-за тебя, блин, из-за твоих криперов чуть ламы не сдохли. Капец, что происходит? Вообще. Такой пипец. Ну, надо забирать полезные ресурсы и куда-нибудь уходить. Я отсюда съезжать, честно, я не хочу. Тут у меня все деревня, ламочки, все мое. Любименькое, родное. Я не хочу отсюда уходить вообще никак. С этим заражением надо что-то явно делать. Это ненормально, честно. Это бесит. Это ненормально и это дичь. Все. Я не знаю, как это. Это пипец. У меня кирки все ломается. Я вообще не знаю, какого фига тут происходит. Ах, господи. Вы понимаете, у меня сейчас такая паника. Честно, что за дичь? Да уж, ребятки. Такой нужно обязательно лайк поставить за все мои вот эти вот страдания, честно, реально, я нифига не понимаю. Стрёмно мне. Пипец. Полнейший. Анархия. Матвей правильно подметил. Настоящая анархия происходит. Просто тупо дичь. Япона все залито. А, дичь какая. Еще эти зомбари тупые с криперами ничего мешает. Эти криперы вонючие, откуда вы вообще лезете? Ну, честно, ребят. Я в панике, честно, я в панике, я не понимаю, что мне делать сейчас. Иди сюда, да, тварина, вот ты вот. Только посмей взорваться. Фух, скиллбокс. Ой, бук. Ой, идите вы со своим гардом. Капец, тут все просто надо очищать теперь. Ужас. Ребята, я в панике, честно. Я понимаю, это сейчас может показаться, то, что я вообще каким-то злым стал. То есть все в видосах и так далее. Просто, честно, я сейчас в панике, я не понимаю, что происходит. Это пипец полнейший. Но ломать это все нафиг, все точать, все. Пытаться, короче, как-то выжить. Это ужас, это ужас. Что дальше, мне интересно будет? Какие-нибудь там супермонстры появятся или что, блин? Ты прикол? Матвей, ты дебил? У меня такой вопрос. Чё? Какая рыбалка? Иди деревню спасай, очищай там все. Ты что? Так она все равно расти будет. Смысл очищать отсюда? Переезжать надо, брать лам, хрундели и все. Ай, слишком рано ты сдаешься, Матвей, как всегда. Капец. Понятно. Матвей, как всегда, блин. Честно, самый первый сдается, а не попробуешь, как говорится, не узнаешь там. Так. Я попробую еще раз это все дело очистить. Я постараюсь, ребяточки. Пошли очищать. Так. А, его уже звать бесполезно, я понял. Ну, тогда ладно, ребятки, одни разберемся. В принципе, тут вот этих штук. Блин, а что с этой водой сделать, которая там течет? Ты будешь там вообще почти не убрать. Хотя нет, есть один план. Она идет со второго этажа у смотрения на вот этого... здание, короче. Тупо нужно, как, короче, как-то блоками забраться наверх и тупо там все осушить. Это пипец. Такая анархия реально происходит. Так, ладно. Осталось очистить дом от Вея, и, в принципе, можно заниматься кое-какими чинениями. А именно вот здесь вот все починить надо, вот здесь вот этот кусочек. Потом нужно починить будет вот это вот. Потому что около памятника. И, блин, это пипец. Настоящий пипец. Реально. Так, идем. Сейчас нужно забраться будет наверх. И сверху, короче, как ты это очистить, капец. Я чуть не упал в эту странную жидкость. Так, идем аккуратненько. Забираемся сюда наверх. Потом запрыгиваем отсюда. Да. И так, думаем, как нам это убрать. О, блок у меня сейчас дофига. Так это вот этих вот... А, я не могу простроить ими. Боюсь.
Петю. Не надо такого говорить, Матвей. Матвей, не надо такого в ролике. Я сказал твою, так что все. Ладно, ладно. Понимаю, понимаете. Это такая жесть! Ну, давай, в принципе, попытаемся тут еще пожить. Я не брошу это место. Так, затянуться невозможно. Если Да, рано сдаешься, Матвей. Давай. Так у меня сердечек мало. Я хочу там блок поставить, чтобы воду убрать. Такс. Отличненько. Это все убираем нафиг сверху. Так, убираем. Все, поставим. Сейчас вода уберется, получилось. Да, вода убирается. Да, все, отлично. С этим мы разобрались. Я поставил блок, она убралась. Там еще снизу дофига. Да, снизу она сейчас уберется. Да, она убирается. Все. Пол это лава, пол это лава. Ага, да, да, да. Это дичь. Это настоящая. Пол это лава против пустоты челлендж. Ядрит, ну что это такое? Уберись-то. Зачем это тут? Так, вот, мусор здесь Матвей уже подобрал. Один блок остался. Так, что могу сказать? Полнейший пипец, а полнейший пипец. От заразы мы тут все освободили. Так, ты где, ты где, ты где? Где еще зараза? Вот-то. Все, мы все убрали, мы все убрали. Ей! Угу, так. Теперь я пойду памятник починю. Пошли памятник починим. Так. И типа мы типа такие через 2 дня заходим на сервер или завтра, и там просто все фиолетовое. Да, да, да. Надеюсь, такого не будет. Потому что если такое произойдет, это уже пипец. Если такое произойдет, то я не знаю, что делать. Я тоже, я просто пипец. Так, что ты лазишь в моих сундучках, а? Да я просто посмотри, что у тебя есть. Так ты же это вчера уже смотрел. Нет, я нижний сундук не видел. Тангалема, алмазная кирка, розовая правка. Тангалема. Блин, у меня ресурсов нету, чтобы застроить около вот этого. У тебя клейморе батл есть? Чё? Ты знаешь, как оно крафтится? Чё есть? В клейморе батл. Ну вот это оружие, 15 урона. Я его в дальнем нашел. Убери, мое. Оно вместе со звездой Незера крафтится. Это очень дорогое оружие. Так. Обратно положите. Я положил в сундук. Вот, клейморе батл, 15 урона. Один, так, два и... где? Подожди, куда ты его... А, блин. Да, нижний сундук. Слепошарый. Так. Так. Так, ну в принципе я пойду за досками тогда. Заделывать. Это пипец. Честно. Это что-то ненормальное. Так, ладно. Хотя нет, нифига не ладно. С этим явно нужно что-то делать. Да уж, так. Так, так, так. Нужно добыть, нужно... Во! Вот это мне нужно, нужно, нужно. О, господи, как долго. Да чем ты добываешься? Ты что, прикалываешься? Как... Понятно. Так. Вау! Чё так светит-то на меня, солнышко? Ты что? О, нормально, ребята. Так, продолжаем. Такс. Угу. Где бы мне... Во! Пипец. Просто это не описать другими словами. Это просто... Ладно, так. Пойдемте это все дело теперь чинить. И да уж, чинила. Так. Ставим раз. Ставим два. Тарис. Хоть это сейчас будет выглядеть не по фэншую совсем, ну хотя бы, хоть как-то времени. Андрей, пошли поспим. Шли поспим. Что с этой башкой делать, а? Не знаю. Я спать. Она просто красивая, типа. Ну да. А, это голова, помнишь того? Да, я помню. Главного босса. Я помню. Так, ладно. Так, нет. Ладно, я пошла спать. Блин.
И опять в доме вспомнились, судя по звукам, эти зомби. Так. Это еще мне надо. Вот, отлично, давайте это быстренько вот так вот. Капец, у меня опять мусора в инвентаре столько. Ужас. Так, ламочка, отойдите. Дайте починю тут кое-что. Ай, ну отойди, ну пожалуйста. Ну ламушечка моя. Ну, сладенькая, убей. Ой, а, ладно. Все, ребят, давайте спать, короче. Завтра нужно будет распределить... Ой, я уже даже путаюсь. Сейчас нам нужно понять, что нам вообще делать. Все, мы поспали. Отлично, так. Понятно. Сейчас не самое лучшее время к нему заходить. Такс, ага. Это кобздец. Так, 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 так. Мне нужны любые сейчас блоки, абсолютно. Не совсем любые, но какие-то нужны блоки, чтобы застроить там вот эту дрень, которая там находится. Так, так, так. Какими-то блоками такие, которые более-менее сочетаются с теми, которые там находятся. По типу... Дай, короче, пофиг. Просто все закидаю вот этими блоками. Это сейчас не важно, нам нужно как-то понять, что делать с этим заражением, ребят. Если у вас есть какие-то догадки, и если комментарии будут работать, то под этим видосом, пожалуйста, напишите, как вы думаете, что мне делать. Это уже реально, это уже вообще не круто. С этим явно нужно что-то делать. А еще я опять хочу есть. Так. Да уж, ролик может долговатым получиться, но это того стоит, поскольку сейчас я просто хочу вам показать все проблемы, что у нас тут происходит на сервере. Да уж. Так, так, так. На первый взгляд, в принципе, да, и судя по минимапу, мы все явно убрали. Так, пофиг. Пофиг то, что это будет выглядеть не совсем красиво. Главное, это хоть как-то заделать сейчас все вот эти дыреньки. Вот все. Все, хотя бы давайте вот так вот оставим. Это уже хоть как-то лучше будет выглядеть, я думаю. Так. Он опять рыбачит. Да? А, нет, уже не рыбачит, кстати. Так. Я рыбу выловил, у меня голод. Так у меня тоже. Давайте, ребятки, подумаем. Сейчас вот достанем еды. Я достану себе. Вот, я достал себе еды. Перекусим сейчас быстренько. Да блин, у меня что-то волос это подсдох, так сказать, чуть-чуть. Видимо, от страха. Бывает, наверное. Пойдемте тогда вот... А чё не впускала ты меня? Точнее, не выпускала. Так, ага, ты идешь. Такс, 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 такс. Нужно, получается, сейчас восстанавливать деревню, потому что она сейчас, конечно, более-менее уже восстановлена, но до идеала ее нужно восстановить, как раньше. Так. Я пока доделывать это. Окей. Там опять ресторан сейчас пойдет свой делать, а я пока займусь... Блин, я даже не знаю, чем еще заняться. У меня вот такое чувство, как будто сейчас вот что-то произойдет. Так, ладно, давайте я сейчас тогда остановлю запись и пойду, наверное, студией просто заниматься спокойно. И включу запись, если сейчас еще что-то произойдет. Так, ребята. Андрей. Короче. Андрей. Что? Андрей, пошли со мной. Что там за полоса? Что за дикий глаз, дикий ребята? Глаз какой-то, я, короче, посмотри, какой он я даже толком не успел остановить запись и пойти заниматься делами, как началась какая-то жесть. Какой дикий глаз нафиг? Что за... Вон он, огромный. Помогите! Что за дичь? Что за нафиг? Что? Пусти, заходи! Это что такое? Так, у меня аж голос охрип! Это... Что за нафиг? Так, 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 так. Ламочки, ламочки, ламочки. За заражение. Матвей, слушай, что-то уже не смешно как-то. Так, 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 так. Подожди, у меня паника начинается. Что делать? Ядрить, давай! Ядрить! А! Зажали! Бежим, бежим, бежим! Так, что за дичь? Ребят, мне сейчас безумно страшно, ребят, поддержите меня лайком. Что за жесть? Объясните мне, какой дикий глаз? Это кто вообще? У нас просто вся деревня в этих эндлингах. Вот эти, которые многоглазые. Так, бежи, тварь. А! Нате! На! Стоп, дикий глаз исчез?
Дикий глаз, исчез, кажись. Да! Матвей! Матвей, дикий глаз исчез! Дикий глаз! Он исчез! Кайф! Так, хорошо, что он исчез. Так, сейчас нужно заняться эндлингами. Да, там ходит один, ходит. Так, я примерно понимаю по мини-мапу, где эти эндлинги находятся. И пока что только где-то здесь один. Прибежал со спины, да, крыса? Но я с крысами, которые подходят ко мне со спины, умею драться еще с пиксельганом. Дикого глаза, прикинь, больше нету. И у меня дерн есть. Так. Чё ты молчишь? Если есть дикий глаз, то это значит, что есть новый эндерглаз, который приведет тебя в тот энд, в котором новый босс. Помнишь, такой червяк? Подожди, эндеровский? Подожди. А куда он делся, дикий глаз? Да он, наверное, куда-нибудь тэпнулся, он телепортировался. Пойди его... Пошли его искать. Ребят. Пошли. Я понимаю, это жесть. Короче, честно, я не знаю, что нам сейчас делать. Мы сейчас идем, короче, искать этого дикого глаза. У нас до сих пор в деревне еще и эти эндлинги ходят. Ну, их немного, в принципе, ладно, пофиг. Ну, я где-то двоих кто кокнул, наверное. Я где-то четверых-троих как-то так, по-моему. Так, где дикий глаз вообще может быть? Ну, их было не очень много. Блин, а дикий глаз-то может быть где угодно. Ну, мы его полоску заметим. Я знаешь, как его заметил? Ну? Я такой спокойно сижу, рублю дерево. А я полоску увидел. Да, у меня тоже. Я просто, короче, говорю, типа, ребятам. Ладно, я пойду заниматься студией. Если что-то начнет происходить, я включу запись. А, эндлинг! Так. А, за что меня-то? Ну, блин, у меня теперь отравление. А, все, фу. Короче. Бестовый звук. Так вот, я говорю подписчикам, что типа я пойду строить студию, если что-то странное будет происходить, я включу запись. И только я вырубаю запись, и тут появляется это. Просто дичь. Ну, пошли его искать. Так, 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 так. Так, призрак какой-то. Честно, мне не а по это себе. Ты портал строил? Да, я. Точнее, не я, этот Зенус. Так. Что за звук? Так, тихо. Мне мало сердечек. Мне мало сердечек. Вообще нет еды. Мне тоже. Не очень много. Так. Так, 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 так. Его нету, он пропал. Подожди, а дикий глаз выглядит как тот огромный эндермен с этим эндерглазом на животе, да? Эндерглазом на груди. Ага, на груди, да, я все правильно понял. С эндерперлом на груди. Да, это он, значит, был. Так. Я предлагаю возвращаться, его уже рядом с нашей деревней, я думаю, нету. Ну, я по табу смотрю, нету никого. Пойдем, я тоже, по табу его нету нигде уже. Все, пойдемте. Это... Только выключил запись и сразу это да? Да! Прикинь! Блин, совпадение такое, конечно. Подожди. Геоман какой-то. Совпадение? Не думаю. Ну, я тут исполнить не мог. Так. Да капец, опять еда закончилась. Капец, столько разных звуков тут происходит. И все они какие-то стрёмные. Так, ладно. А у меня ambient sounds, мне нормально, у меня птички поют. Птички поют. А тут зомбари везде орут, максимум меня. Так, ладно. Фух. Ну, вроде бы все, ребят, успокоилось. Всем, короче, огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Андрей. Ставьте обязательно свой лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, да. Всем покульки до сидульки. Еще со мной был, да, Здруха, но он далеко. Так, блин. Это безумно страшно, честно. Возможно, сегодня еще выйдут видосики, небольшие, коротенькие, где я вам еще покажу какую-то информацию об этом нападении странном. Все, а пока всем покульки до сидульки.